Есть тут несколько моментов. Понятно, это определенные правовые последствия. В наших законах введена уголовная административная ответственность за распространение той или иной. Просто медиа – это событие, которое объединило начинающих медийщиков со всей области. Для будущих журналистов, блогеров, пиар-менеджеров и SMM-специалистов подготовили образовательную программу. Мы проводим региональный молодежный медиафорум «Просто медиа». Он направлен на объединение такого комьюнити-сообщества молодых медийщиков. Медиасфера очень быстро развивается сейчас. И наша задача, чтобы молодые люди, которые с этим сталкиваются в первую очередь, потому что сейчас молодежь очень такая прогрессивная, понимала вообще в целом, как ориентироваться в этом во всем. Может быть, кто-то заинтересуется и начнет заниматься профессионально. Своим опытом с участниками поделятся федеральные и региональные эксперты. Начинающие специалисты узнают основы эффективной работы в соцсетях. Кроме того, в программу включены лекции по фото- и видеосъемке, графическому и моушн-дизайну. Я буду рассказывать про то, как правильно вести официальные страницы, как работать в социальных сетях. Актовый зал молодежного центра «Авангард» собрал молодых медийщиков со всей области, а также представителей студенческих медиа-центров из вузов региона. Очень интересно посетить, потому что работаю в этой сфере и хотелось бы научиться чему-то новому. Тема медиа, мне кажется, сейчас в наше время очень распространена и актуальна. Поэтому хотелось бы больше в ней понимать, больше разбираться. Молодежный форум «Просто медиа» пройдет в Оренбурге с 5 по 8 октября. Новые знания участники смогут сразу применить на практике. Ребята под руководством наставников будут работать над созданием контента разного формата. В заключительный день команды представят свои проекты. София Пирогова, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ.